Переходя от слов к делу, сделать нашу республику более зеленой и экологичной стремятся многие, о чем говорят проходящие в стране акции и другие инициативы. В их числе есть трехлетний проект «Жашыл Кыргызстан», который был принят постановлением Жогорку Кенеша 2 месяцами ранее. Его главная цель – улучшить экоситуацию в городах и других населенных пунктах, посадив 1 миллион саженцев. В целях модернизации акции накануне прошла встреча депутата Жогорку Кенеша Нурджигита Кадырбекова с представителем из Монголии Энерелом Лузаном. Как было отмечено в ходе встречи, представители двух стран продолжат наращивать сотрудничество в сельскохозяйственном секторе и наладят экспортные связи. Мы недавно приняли постановление «Жашыл Кыргызстан», «Зеленый Кыргызстан». Это экологическая акция. И такой же проект есть у Монголии. Правда, у них цели и амбиции намного выше. Они собираются посадить 1 миллиард саженцев. Да? И, конечно, в этом плане нужны какие-то опыты, и мы должны обмениваться опытом, прежде всего, да, идеями. И в дальнейшем, как мы можем сотрудничать. А также это переходит постепенно в плоскость бизнеса, экономики. Потому что у Монголии есть какой-то экспортный потенциал, у нас тоже. На бартерной основе мы можем как-то развивать именно вот сельскохозяйственный сектор. Мы совместно будем и друг другу помогать. Экономический круговорот, чтобы был. У нас есть мясо, у вас есть это орехи, зелень, это саженцы, хорошие, устойчивые, зимнеустойчивые дерево. Вот. Это уже нас очень интересует, это в рамке проекта президента, поэтому вот это уже будет очень такой развивающий между Кыргызстаном и Монголом. Это Монголия, это будет очень такое взаимно выгодное, да, предложение будет.